Всем привет, народ! У микрофона снова мистер Чейзер. Вы смотрите мой жесплей канал, и мы продолжаем проходить дополнение для 4-й Saints Row под названием How Saints Save Christmas. Ну или, грубо говоря, как святые Рождество спасали. А я фиг его знает, почему игра в прошлом, собственно, видео вылетела в конце, вообще не понимаю. Ну, точнее, она как бы зависла, и мне пришлось ее тушить через диспетчер задач. Поэтому давайте-ка мы отправимся вновь на это задание, собственно, вновь туда полетели. Посмотрим ту же самую катсценку немножечко, да, так? Давайте. Тут где-то мы как раз таки вылетели, поэтому погнали вперед. Меня больше прикалывает, да, типа, жена украшает залы, пока мы тут разговариваем, в то время как тут какая-то жесть происходит, тут эльфы, типа, пытаются спасти все это дело, спасти Рождество, там, злого Санта-Клаусу, объяснить, что так делать нельзя. Так, что у нас тут происходит в городе вообще? Вот у нас мастерская, по идее, да, куда нам надо ломиться? Давайте. Со всех ног бежим спасать Рождество. Опа! Ох, ё, это что за херня? А, они горят? Да блин, почему я горю? Тут целая перестрелка идет гангстерская. Что за жесть, тут эльфы сражаются. Давайте, пистолетики, работайте, это самая моя имба. О, у меня автоматы даже есть. Мне, кстати, вернули автомат. Ну, он вроде такой себе, насколько я помню. Это автомат этих пришельцев. Стоп, а где мои способности? А, их надо было выбрать. Окей, поехали. Хорошо. Так, дробовик тоже никто не отменял. А ну, пошел нахер, урод. А что у них за пушки? Лазерная пушка-рука. Ох, нихера себе, вот это нажарит. Неплохая штуковина. Это перегревается. Но это ничего страшного. Зато жарит очень хорошо. Так, а это что за пушка? Винтовка пришельцев. А ну давай поменяем. Ну, поменять. Это типа пушка пришельцев меняется на... Доминатор? Так это была вроде пушка пришельцев. Алло, я чуть не понял прикол. Ладно, не суть. А кто это тут такой прячется, а? То есть они пользуются пистолет чужих? Не, пистолеты свои ни в жизни не поменяю. Самое топовое оружие вообще в игре. И третий, и четвертый Saints Row. Это эти пистолетики. Так, кто у нас тут еще остался? А ну, кыш отсюда! Печенька злая. Отличненько. Так, кто у нас тут еще остался? Кто это у нас тут прячется за прилавком? Ой, печенька. А что ж ты тут делаешь так? Неужто ссышь меня? Ну, хотя бы музыка забавно играет, согласитесь, да? А то как-то без музыки было вообще ни о чем, да. Давай! Death from above, как говорится. А на тебя, скотина. Сейчас мы возьмем что-то повеселее, типа дробовичка. Вот это уже наши методы. Еще заморозить. И расхерачить. Ой-ой-ой! Это было не очень вежливо с вашей стороны, мистер Печенька. Мистер Солдатик. Я тебе сейчас покажу, как надо с детьми разговаривать правильно. И тебе тоже расскажу, и тебе расскажу. Всем священные дробушки в честь праздника. Дробь у нас необычная, она священная. Так, а вот и мастерская, поехали. Эть! Устроил свою рождественскую революцию. Ну что будем делать? Опа. Лизнуть дверь? Я, пожалуй, лизну. Ам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. А, вкусная дверь какая. Ам-нам-нам-нам. А, надо типа... Либо лежит дверь, да... Продолжайте жать Е. Ну, я нажимаю, осталось еще немного. Ну, как немного? Тут очень много. А может быть, надо зажать? Уже почти. Не, надо просто много раз нажимать. Интересно, можно ли действительно сожрать это дело? Уже почти, давай, еще чуть-чуть осталось. Ну, капелька. Честно, я бы на месте разработчика сделал, чтобы так можно было сделать. Ладно, я наврал, ну что, уже почти. Да я заметил. Что-то как-то... Ты сможешь. Да, я смогу. Давай. Сдаваться для слабаков. Мы сожрем эту дверь. На самом деле, тебе лучше сдаться. Нет. Это не про меня. Я так просто не сдаюсь. Нет, серьезно, это займет кучу времени. Да я знаю. Я все равно это сделаю. Меня никто не остановит. Разве у тебя нет других дел? Нет, сейчас новогодние праздники, я свободен. У меня очень много свободного времени. Какой-то настойчивый, да, это про меня.
От... Сим-Сим, откройся. У меня кнопка Е на клавиатуре. Мы не думали, что кто-то зайдет так далеко. Да, а вот и я. Захожу. Давай, открывай мне эту дверь. Я сожру эту дверь с потрохами. Тебе ведь просто нравится шуметь, не так ли? Да, да, кстати. Давай, 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 псих. Это ты псих-разработчик, кто это сделал? Я вполне себя... Надеюсь, что тут нет детей, я тоже надеюсь. Потому что тут такой ракурс неплохой, сзади. В смысле, да. Ну давай. Уже половина, кстати. Пока мы болтаем, тут уже практически все. Единственное, что так это надо кнопочку Е много раз сжимать, вот это вот проблема. Что ты имеешь против леденцов? Все! Я ненавижу леденцы, поэтому избавлю мир от этих злых созданий. Леденцы любят тебя, почему ты не любишь их? Потому что они меня любят, а я не люблю, когда меня кто-то любит. Может быть, ты любишь леденцы слишком сильно? Да! Обожаю леденцы, целый день бы ел леденцы. Ну почти готово. Давай, еще чуть-чуть, уже больше половины. А тебе известно, что все леденцы обезжиренные? Ну так отлично, их можно хавать хоть целый день, я же не стану толстым тогда. Замечательно. Одни плюсы. Быстрее, наверное, будет прогрызть его. Ну уже да, кстати. Чем бежать на одну точку и на вторую, но ты не можешь. И, кстати, честно, если сейчас будет такое, что мы в конце все сгрызем, и нам скажут, все равно иди к хлеву, вот это будет клево. Сломаешь себе зубы. Да не, не сломаю. Мы же симуляция, я могу себе новое отрастить, это как матрица, мне вообще пофиг. Давай, чуть-чуть осталось. Твой стоматолог купит тебе новую яхту благодаря тебе. Это потом, это да, это да. Только один нюанс. У меня нет стоматолога. Ха. Ну давай, ну чуть-чуть, уже треть осталось. Уже чуть-чуть, давай, давай, давай. Я все равно сделал, я слишком настойчивый. А слабо было бы полизать его, будь он со вкусом черники. Так тем более, чернику обожаю. Я бы не стал. А вот я бы стал. Почему это не со вкусом черники, а? Тут эти стоят, смотрят на меня, думают, как идиот сам с дверью разговаривает, еще и лежит ее. Сумасшедший вообще какой-то. Ты вообще идиот, с кем мы вообще тут пытаемся Рождество спасти, что за хрень? Не волнуйся, я уверен, что Клаус подождет, пока ты не закончишь. Я тоже думаю, что он подождет. Скрипты же не сработают. Все нормально будет, не переживайте. Ладно, четверть осталась, нормально, мы уже на пути к победе. Помнишь, что случилось с Гензелем и Гретель? Не, не помню. Мне насрать, у меня леденец перед лицом, я не могу стоять перед ним. Нам-нам-нам-нам-нам-нам. Хоть бы анимацию тут не сделали. Можешь заработать себе сахарный диабет второго типа. Да хоть первого, да хоть третьего, мне пофиг. Я уверен, с тобой все будет в порядке. Давай, чуть-чуть осталось. Блин, что так медленно? Ну я прогрызу эту дверь. Я добьюсь своего. Давай. Тебе действительно так сильно нужна награда? Да. Я очень хочу, я хочу ачивку. Скорее всего, в Стиме ачивка есть. Я хочу очень сильно ачивку получить. Вау, полпути уже пройден. Какой полпути? Тут практически весь путь уже пройден. Чуть-чуть осталось. А, шучу. Да-да-да. Давай, давай. Ой, какая вкусная дверь. Нам-нам-нам-нам-нам. Блин, это офигенно. Ну, правда, у меня уже палец... Да, кстати, я только хотел сказать, у меня уже палец немного устал, на самом деле. Правда, я его меняю, у меня 5 пальцев на руке, у меня 2 руки вообще-то. Я уже немножко подуставать начал, но тем не менее. И... А, освежает. Она закрыта, да, чипку дали. Я честно, я так и знал, что она так и будет. Я все равно, я просто хотел проверить. Я знал, что так и будет. Но ради чипки это все готов. Блядь, какие опасные ходят. Ох, ни хрена себе, они тут летают, как эти зиньяковцы. А ну, злая печенька, иди сюда. Да. Хорошо. Я, кстати, даже не знаю, какой у меня уровень сложности, но надеюсь, высокий. Правда, я не помню. Да, давай, ребятушки, повеселимся. Повеселимся, давайте. Давай! Так, что там, отключите оленя. Серьезно? Прям в задницу? А зажать еще? Серьезно, через жопу надо вырубать специально? Ладно, ох уж эти шуточки. Ниже пояса. Да, успокойся там, кто бы ты ни был. Музычка везде играет новогодняя. Класс. Олень, прости, ничего личного, мы просто тебе геморрой лечим. Все в порядке. Ага, хорошо. Да блин, дайте мне управление назад. Блин, дробовик все еще топовое оружие в игре. Вот как он был топовым, так и остался.
Пошел нахер, козел. Печенька злая тут нарисовалась. Так, тут мы вроде разобрались, да? Это что за коробки? Ну, вроде не взрывается, и на том спасибо. Я просто проверить хотел. Мне было интересно. Так. Опа. Мне кажется, ты так долго будешь бежать куда-то. Окей. Злые печеньки. Я вижу злых печенек. Я вообще печеньки не люблю. Только если в чай их макать. Блин, а как бабушка какая-то старая, которая печеньки в чай макает? Капец, я быстрый. У-ху! Merry Christmas, motherfucker. Yeah. Блин, клевое дополнение. Чего я сразу его в свое время не прошел? Так, где кто? Кто по мне стреляет? Я ни хрена не вижу. Где? Когда? А, сверху. Ты что прыгаешь тут? Я даже не видел, откуда по мне стреляют. Жесть какая-то. Как можно вообще не видеть, что в тебя стреляют? И откуда? Так, еще где-то. А ты еще жив? Да ладно. Так, все нормально, можно оленю в задницу простимулировать тут простату. Сейчас сделаем тут все. Хотя это металлические олени, мы думаем насрать. Был бы живой, было бы интересно. Ах ты, а ну тебе заряд бодрости и свежести. Индяной. Так, ну что, врываемся, зачищаем помещение. У меня есть мистер шотган. Да блин, хватит меня бить. Я тоже ж могу подойти и вмазать. Ах ты ё. Так, подожди, раунд 3. На. Да блин, ему пофиг. Хорошо, тогда мистер дробовик, разберитесь с ним уродом. Вот так бы сразу. Так, мне наверх. Я пошел. Зачистка помещений. Звать и клининговую компанию. Начинаем очисточку. Блин, дробовик, конечно, на расстоянии теряет свои чудодейственные способности. Да ты что, охерел? Пошел нахер отсюда, козел. Да блин, умри. Готово. Так, оленик, ничего личного. Я просто проктолог со стажем. Тебя надо вылечить. Отлично. Зена, your time is over. Twinkle. Твинкл? Could you? Кто это? Claus gave us a better deal, Fluffy. Weekends off, sick pay, and we get to make guns. А, скотина, иди сюда. Ты думаешь, я тебя не догоню? He's on the move. Ты глубоко заблуждаешься. Стой! Я найду тебя. И устрою то же самое, что только что сделал с оленями. My goodness. Claus has turned Twinkle and his cohorts into Давай! Повеселимся чуток. Бля, он ракетница, кажется, или мне кажется. Давай! На клюшку вжимает, а что не работает? А, надо было подождать время, точно. Кажется, готово. А ну, что у него за ракетница? Аннигилятор какая-то. Пушка непонятная. Ой, хорошо, что. А это не Шауди, это был Санта-Клаус. Это какие-то злые уроды. Да блин, в смысле? Вы что, клонировали? Такое ощущение, будто Твинкла клонировали. Их стало много внезапно. Да, так и есть. Йоп! Поехали. Блин, так, капец там Санта творит. Ты точно добрый Санта? Что-то как-то не бросается в глаза, что ты добрый. Больше кажется, что ты как раз таки злая версия, которая готова все живые убивать. А тебя сдалека расстреляем. What's next? We have to get into the workshop. Are you seriously feeling nothing here? Christmas is dying right before your eyes. What do you say, Shandi? That is so sad. Okay, here's the packing area. This. Merry fucking Christmas. Да, с такой дурой это действительно fucking. Die if we don't act. Игрушки. Игрушки. Ядерная мать твою боеголовки. Игрушки. We're going to fix the future. With the front closed off. The only way into the workshop is through the present sorter. Mm-hmm. Такая маскировочка, говорите, да? Ну давай наденем. А, я понял. Я понял. And stay here. If we don't make it, you have to tell the others. У нас Шанди из будущего сломалась. Несите новую. This for me, Shandi. What? I've come too far to stop now.
Она сломалась, несите новую. My arm and an eye. Yes, and an eye. I can't just give you up, Santa. This is about something much bigger than me, Shandi. This is about Christmas. And those other holidays, too. Fine. Fine. I'll stay. But don't forget about me. Thank you, dear. I won't. Что происходит вообще здесь? Я не понимаю. Какая-то жесть, блин. Ну, музыка веселая, приятная, мне нравится. I don't think so. Oh, honey, ой, черт подери, нас рисовали. Устрой тут гангстерскую переселку по-македонски с двух рук. Опа! Ты откуда здесь взялся? Да блин! Ну-ка, давай вжарим! Блин, ну вот ничего лучше пистолетов пока что не придумали. Они слишком оверпауэрят. Как были, так и остались. Так, миссис Клаус, доставайте РПГ или что у вас там под юбкой есть. Фумигатор, блин. Будем разбираться. Ох, ё! Я пойду наверх, пожалуй. Опа, не так наверх. Да блин, я не хочу так наверх. Мне надо сюда наверх. Отлично. Сверху сподручнее стрелять. Не-не-не, ну игра, ну зачем ты зависла? Нет. Так, ребят, честно, я не знаю, по какой причине игра намертво виснет. Вот вообще не могу за ум взять. Но мне пришлось заново то, что мы сегодня записывали в этом видосе, перепроходить. То есть в игре нет нормальных сохранений, контрольных точек. И надо пройти миссию, и уже потом делается сохранение. Между миссиями, так сказать. Здесь нет прям во время миссии возможности сохраниться, к сожалению. Поэтому приходится вот так вот страдать мне немножко. Все ради вас, как говорится. Так, комната Санты, здорово. Я уже вижу тут интересные штуковины. Интересно, она поместится в одном интересном месте у злого Санта-Клауса. Кстати, здравствуйте, миссис Клаус. Вы выглядите просто великолепно. Опа, подарок. Люблю подарки. Музыка. О, да. Hey there, Santa. How are you? Don't you know your days are up? Ну поехали. Да блин, подожди. Ты все сломал. I'm fighting too, honey. Your army never. О, да, вот это же веселее. Рождественская музыка тебя остановит, злой Санта-Клаус. Yeah. Музыка неплохая. Да блин, кто меня бьет? Я не вижу. Я вижу, кто меня бьет. Здесь никого нет. Жалко музыку надо заново слушать. Ах ты долбанный Санта-Клаус! Мы победим тебя! Блин, у меня хп, кстати, мало. По каким-то причинам непонятным. А ну иди сюда! Мне нужно здоровье, ублюдок! О, да, уже веселее. Так, ты тоже мне нужен. Так, давай. Да блин, подожди, Санта, ёкарный ты налево, я ничего не могу делать. Самые бесящие противники. Вообще, в любых играх, когда они тебя стагерят и вот так вот станет, ты ничего не можешь делать. Да почему заново? Что происходит? Господи, ни хера не понимаю. Меня просто кто-то бьет где-то, я не могу понять. Отлично, я застрял. Игра, ты серьезно? Ну ладно, просто так убивать. А, о, отлично. Не, я все еще не выбрался. О, спасибо, злой Санта. Помог мне выбраться из невидимой стенки. Давайте, миссис Клаус, покажем ему, как у нас тут отжигают на новогодние праздники. Some other simulation, probably. I thought taking out his reindeer would stop him. Yeah. Новая музыка неплохая. Очень даже. Там на крюков можно было поменять? Серьезно? То есть крюков? Конечно, меняй. Мой старый добрый крюков. Подожди. Что это такое? Так это не крюков. R15. Это не R15. Это R55. Ну да. И это крюков? Серьезно? Это похоже больше на М-ку, а не на крюков. Почему это называется крюковым? Ну ладно. Давай. Да подожди, тут елку сломали. В смысле? Уху. Чего вы радуетесь? Right, да, все будет нормально, не переживайте. Так, поехали. Спасем это гребаное Рождество. Wait,
Главное, чтобы игра не зависла еще разок. Кстати, а где Шаунди, да? Хороший вопрос, Санта. Куда она делась? Так, ну вот и миссия. Блин, писечки просто не хватило, чтобы допройти ее. Просто здесь сохранение между миссиями идет, а во время миссии нельзя засейвиться. Если игра вдруг так зависнет намертво, то нельзя взять и, ну, продолжить с того же места. Блин, печальная фигня на самом деле. Возможно, кстати, это из-за этого... Из-за русификатора, потому что в Стиме нет русификации этого дополнения. И Enter the Dominatrix тоже. И, соответственно, ну, я ставил русификатор от Зога. О, миссис Клаустер, браток. Я вот из-за этого поставил русификатор от Зога. Возможно, как раз-таки русификатор сломал игру. Ну, не знаю, ну, вроде работает. Думаете, зависание сильно не скажется на нас? Ладно, на этом, в принципе, все, дамы и господа. Увидимся с вами в следующем видосе. А пока что на этом все. Если это впервые, обязательно подписывайтесь на наш пока что маленький канал. Дергайте за звенящий рождественский колокольчик. Лайкайте, комментируйте и заходите в нашу новогоднюю группу во ВКонтакте. По ссылке в описании буду всем и каждому там рад. Йо-хо-хо. У микрофона был мистер Чейзер. Всем удачи. Всем пока, ребят.